что, Колибри Клаб ушел в скам. Недолго мучилась старушка. Я сегодня зашел, мне тоже написали, что проект ушел в скам. Я решил проверить, зашел в свой аккаунт. Вот такая вот ситуация. Вывод средств. И вот видите, заявка в обработке. Значит, скам. Ну что, я еще нормально. 1500 я в минусе, но это не такие большие деньги. Обидно, конечно, досадно, но ладно. Друзья, вот новые вклады идут. Не вкладывайте. Не вкладывайте сюда. Администрацию погубила жадность. Они могли бы неплохо на этом заработать, но, как видим, им не до этого. Наверное, собирают деньги, пропитые на Новый год. Я еще, ладно, мой дружок попал на десятку. Я, в принципе, и зашел сюда, потому что он заскочил. Ну вот, надо было своей головой думать. Ну что поделаешь, хайп есть хайп. Я, если честно, думал, он хотя бы месяц протянет. Но видите, какая вещь случилась. Не протянули. Не протянули. Так что, друзья, проект скам. Не вкладывайте, распространяйте видео, предупреждайте людей. Потому что я смотрю, люди до сих пор вносят деньги. Не надо этого делать. Не кормите бездарей. Все, всем удачи и до следующих публикаций. Ну а я что? Ну, я в тот день зашел в два проекта. В один серьезный проект зашел. И второй вот в этот. Решил поиграть в хайп. Ну, видите, наигрался. Недолго. Да, кстати, вот, давайте-ка я вас заодно предупрежу вот еще о чем. Друзья, сейчас, кстати, я вот сегодня по хайпам посмотрел, полазил. Есть интересные проекты, но заходить не хочется, честно говорю. Желания нет пока. Я нашел два проекта, которые сейчас начинают свою работу. Но, друзья, я вас предупреждаю. Вот смотрите, вот этот Росфинанс, да? Смотрите и запомните. Я бы не советовал. Не знаю как. Ну, у всех мнения разные. Смотрите. И особенно вот этот вот проект. Он на английском. Значит, здесь он замаскирован под ICO. То есть вы видите, тут дорожная карта есть и презентационный ролик. Нет, это никакой не ICO, друзья. Это обычный хайп. На 66 дней вклад в криптовалюте. Не отдавайте свою криптовалюту в такие проекты. Вообще криптовалюте старайтесь не вкладывать. Если вы ее купили, держите у себя. Так что вот будьте аккуратнее. Вот один проект, вот второй проект. Причем вот этот проект я видел, сейчас активно рекламирует человек, который работал в паре с админами. Если кто помнит, был такой проект Allows. Так вот там все, кто зашли в первую неделю, они были в профите, конечно. Я не спорю. Я тоже успел отбить свои деньги. И те, кто писал видеообзоры и зарабатывали на этом, они тоже еще как-то отбились. Те, кто зашли уже через две недели, через месяц, они все, конечно, попали на деньги. Вот, поэтому это человек, который его сейчас рекламирует, он работал в паре с этими админами. И сейчас вот они вот такую вещь представляют. Вот это, так что аккуратнее, друзья. По хайпам аккуратней. Ну а что? Ну, Колибри Клаб. Птичка маленькая, съели немного, но бутылку коньяка-то хватит. Нам обидно, конечно, досадно, но ладно, мы инвесторы. Для нас терять деньги не впервой.
Слава богу, я туда не жахнул бабла, как мой друган. Тот жахнул десятку, я уже говорю, да? Вот так вот. Ладно, в общем так, друзья, делитесь этим видео, пожалуйста, предупредите всех, потому что, еще раз повторюсь, люди вкладывают до сих пор. Вот видите, статистика здесь действительно живая, поэтому не надо кормить лентяев, которые не хотят работать. Все, всем удачи, хорошего настроения и хороших заработков.